Добрый вечер, молодые, приятные наши подписчики. Сегодня мы снимаем продолжение первой части, но сегодня вместо друзей на каналчик залетает старый наш этот коренастый американец. Старый? О, какой коренастый американец! 17 это уже возраст бабуленции. Ну так вот, наша двоюродная это сеструха, короче. Сегодня у нас будет продолжение рубрики «Кто меня лучше знает?». У нас будет 7 вопросов, и тот, кто не отвечает, хавает. Вот эти вот конфетки замечательные, бинбузл. Вот это ништя! Там, короче, есть моча, там есть подгузники, сопли, чего там, короче, только нету. Если они оба угадывают ответ на вопрос, то хаваю я. Все, давайте там, усаживайтесь поудобнее, врубайте яркость на максималку, врубаем эту музыку, все, полетели. Первый вопрос. Ну, возможно, не знают они, но все равно должны догадываться. Я просто похлопаю. Машина моей мечты, то есть машина, которую я себе хотел бы в будущем, но понимаю то, что мне никогда на нее не хватит. Все, полетели. One, two, three. Подносим поближе. Так. Что написал Рыжий? Давай, покажем. Мерин. Что написала Настя? Ламборгуни. И знаете, у кого правильный ответ? Ни у кого, следовательно, они оба будут хавать эти прекрасные коньки. Я прям реально хотела мустанг ответить, я забыла. Опа, понюхайте. Уйди, носки так же пахнут. Натуривать. Ну что, готовы? Какой первый? Давайте коричневый. Любимый цвет называется. Давай, чок. Давайте, пошла жара. А ты подай миску-то на всякий случай. Мисочка готова. Видимо, Насте выпал собачий корм. А, кстати, не понравилось. Можешь доедать. Нет. А Илюхе что выпало? Можешь определить? Что? Это кузи какашки. Подохни. Ну, это шоколадный пудинг. Все, да, давайте следующую закидывать. Давай оранжевую. Твое здоровье. Молодые, давайте. Малый блеванул. Воды! Воды! На, попей. Это что? Блевотина. А, Илюхе блевотина попалась. Замечательно. У меня попкорн. Быстрее, воды! Ему тухлые яички попались. Так, ну с первым вопросом покончили. Мне кажется, ну, 3 штуки это пипец жестко, поэтому давайте по одной, ну, типа, каждому будем выдавать одинаковые конфетки. Давайте второй вопрос. Куда я мечтаю слетать и в каком городе там я мечтаю побывать? Давайте. Сразу говорю, это за рубежом. One hour later. Раз, два, три. Так. Что написал Рыжий? Германия. Германия, что написала Настя? Барселона. И правильный ответ Барселона, Испания. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Надеюсь, тебе попадется вкусная конфеточка. Готов? Давайте, нет, воду, воду сразу ему поднеси. Хлебай. Закидывай. Тухлую рыбу, угадай. Поторопился. Вкусно. Дыхни. Это вкусно, это персик. Че ты обманываешь? Ему вкусное попалось. Нет, не персик, это клубника с бананом. А, ну смузи вот этот, да? Да. Ну, так, Рыжему повезло. Тебе Лёпа повезло. Все, поздравляем, Илюхе попалась вкусная конфеточка. И мы летим в следующий раунд. Третий вопрос. Это мой любимый питомец. Ну, не питомец. У меня, короче, в семействе есть вот это вот, первый. А, вон ту зовут, короче, Клёпа. Вот это вот Буся. А я думал, сова. Бускетс. Это третья. Это моя собака. Так, все, поняли. Имя написать, да? Да.
Кто мой любимый питомец? Ну, попробуйте догадаться, не так легко. Написали ответ? Готово? На счет три. Раз, два, три. Так, что написала рыжий Эля? Эля. Что написала Настя? Знаете, кто сейчас будет кушать? Правильно, я. А, ну ладно, давай. Давайте, я насыплю себе. Блин. Правильно. Мочу. И выберу одну, я не смотрю. Готово? Полетели. Кокос? Тухлое молоко. Да? А что ты ешь? На самом деле вкус непонятный, но по-моему это тухлое молоко, ладно? Я мужик, я захавал. На очереди у нас четвертый вопрос. И четвертый вопрос — это чем я обычно занимаюсь в свободное время? И подписчики с канала, вы знаете, чем я занимаюсь в свободное время. Я при этом даже ролики снимал. Все, давайте, готово, полетели. 1, 2, 3. Так, что написал Илья? Рисую. Настя. Футбол. Ну, хотя это правильный ответ, потому что я и рисую, и играю в футбол. Но футбол, наверное, не свободное время. Свободно, поэтому мы с Настей вдвоем захаваем конфетки. Так, ну что, готово? На бундершафт полетели. Скунс! Два скунса! А, да! Чё ты ржёшь? Два скунса попали! Фу! Такая моча, не советую. Так, пятый вопрос. Это какой мультсериал я смотрю в данный момент? Ну, это вообще легкий вопрос, они должны это знать. Нет. Раз, два, три. Итак, правильный ответ. Илья, у тебя что? Рик и Морти. Твою мышь, окей. Правильный ответ — Рик и Морти. Мне сейчас придется хавать. Это может быть какая-то грязная вода, либо пирожное. Кузок, и грязная вода, она нормальная. Ты пробовал? Да, каждый день. На пирожное молодым, вкусняшка. Найс. Итак, молодые, шестой вопрос. Это мой любимый мультик из детства. Ну, сразу даю подсказку. Это мультик такой советский. Настя, ты вообще должна знать. За мной ухаживают, короче, как мамка была. А этому я рассказываю. Раз, два, три. Итак, что написал Илья? Розовая пантера. А Настя? Ну, Настя была ближе. Но все-таки правильный ответ — это Леопольд. Протухшие яйца или попкорн. Герой. Я уже протухшие яйца пробовала. Нет, нет. Готовы? Нет. Закидывай, мамка. Давай. Яйца. Ты что? Жуй. Настя, выпьем? Микро. Попкорн? Я не знаю. Видимо, она уже пробовала пухлые яйца. Ей сошли. Давай. Я уже тухлые яйца пробовал. Да. Опусти. Блевать захотел. Давай. Вот, тухлые яйца малого не пришли. Итак, седьмой вопрос. Это мой любимый напиток. Даю подсказку, я не пью газировку. И это даже не сок. Так что давайте гадайте. Раз, два, три. Так, что написал у нас? Чудо, я чудо. Спасибо, выручили молодые. Правильный ответ — это чудо.
Ну что ж, придется мне захавывать. Это либо протухшие носки, либо тутти-фрутти. Пойдите. Протухшие носки. Тутти-фрутти. Что там? Мне везет сегодня. Да, конечно, тебе два раза дороже. Короче, молодые, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили свой царский лайк, оформили подписочку, нажали там в колокольчик, что они сжались, оставили положительные комментарии. Так что давайте, все, всем удачи, там, качайте себе бицепсы, трицепсы. Все, адьос, амигос. Короче, всем здорово, пацаны, мы заканчиваем видео. Всем пока, ставьте свои царские лайки, нажимайте на колокольчик, качайте бицепсы, как вот так, на рукавнике, и всем пока.